Попробуем. Да видно все, видно. Так погромче что. При оплате проезда в поезде огромная душеджаба. Перебегая в соседний вагон со скоростью дирижабля, делаю ручкой красиво улыбчивым ревизором. А если была бы ксива, я избежал бы позора. По крысиному почует запад Россию осиным жалом. Становясь перманентным вокзалом, мучается держава. Когда ненароком стоя заснешь, толпа на конечные вынесет. Если заяц не будет колючим, как ёж, РЖД непременно выйдет из минуса. Пока в стране царят условности, стать проще не мешало при оплате проезда в поезде. Огромная душит жаба. Все.